Друзья мои, привет! Мы с вами сейчас находимся на улице Шота-Руставели, проспект Шота-Руставели, в Батуми. И вот эта базилика, маленькая церковь Святой Варвары. И здесь я вас хочу поздравить с Рождеством Христовым, друзья мои. Мира, благоденствия, благополучия, доброты, тепла всем нам. И все самого-самого светлого и доброго, чтобы мы это сохранили и не растеряли. Аминь, друзья мои, аминь. Вот какой хороший такой ребятеночек. Я только что вышел из этой базилики, но я внутри не стал снимать, потому что люди молятся, и, ну, чтобы не смущать и не тревожить. Ее отреставрировали недавно совсем, вообще-то она старая. А здесь есть вот еще вот такое здание, но это для служителей церкви. А сейчас, друзья мои, по многочисленным просьбам и заявкам тех, кто сейчас попал в морозную зону, неважно, где они находятся, в каких странах и на каких континентах, сейчас мы с вами пройдем к морю и посмотрим на наше батумское солнышко. Поэтому сейчас я прервусь. Увидимся во второй части. Пока-пока, ваш Николай Рухадзе из Батуми. Увидимся. Скоро-скоро.